Девочки, провязали вот мы с вами седьмой ряд. Сейчас повыше немножко сделаю. Вяжем восьмой ряд. Восьмой ряд. Провязываем все петельки и наши накиды. Я отмечаю, что это восьмой ряд. Я уже повключала весь свет, потому что дождь идет, и все затянуто на улице. Ну, чтобы было все видно. Вяжем. Первая у нас изнаночная. И вяжем лицевые. Раз. Вот видите, чтобы накиды не растерять. Два. Три. Четыре. 5, 2 изнаночных, снова 5 лицевых. Вот здесь провязывайте, чтобы накиды не потерялись. 2, 3, 4, 5, снова 2 изнаночных. Вот так мы вяжем. Раз, два, три, четыре, пять и две изнаночных. Девочки, вот так вот вяжем весь ряд восьмой. И встречаемся снова с вами у нашего маркера. Вот, я вот все думаю, что высоковато. В восьмом встречаемся. Вот, девочки, я провязала восьмой ряд. Теперь будем вязать девятый ряд. Девятый ряд. Сейчас покажу. Вяжем. Изнаночная. Идет потом накид. Раз, два, три, четыре, пять лицевых. Снова накид и изнаночная. Легенький рядок. Вяжем, девочки, начинаем. Изнаночная. Делаем накид. 5 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. Изнаночная. Вот наш раппорт. Снова начинаем. Изнаночная, накид, 5 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. И снова изнаночная. Вот провязали 2 раппорта. Я думаю, этот рядок самый вообще самый легкий. Ну, давайте еще провяжу с вами. Изнаночная, накид, 5 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять. Накид, изнаночная. Вот снова изнаночная, накид, 5 лицевых. Раз, два, три, 4, 5, накид, изнаночная. Провязываем, девочки, самостоятельно до маркера. 9 ряд. Провязали, девочки, 9 ряд. 10 ряд. 10 ряд. 10 ряд вяжем. Одна изнаночная. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь лицевых и одна изнаночная. Накиды провязываем лицевыми петельками. Вяжем. Изнаночная. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
У нас было 5 петель и 2 по бокам накида. Вот 7 лицевые вяжутся, 2 изнаночные. Вот так провязываем весь этот ряд. 2 изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И снова 2 изнаночные. Это легенький ряд. Я думаю, вы его без проблем свяжете. Вяжите, девочки, это вяжем. 10-й ряд. 10-й. Как бы он, как изнаночный у нас считается. И встречаемся в 11-м ряду. Девочки, мы провязали с вами 10-й ряд. Сейчас начнем 11-й. 11-й ряд вяжется. Изнаночная. Накид. 2 лицевые. Потом 3 вместе. 2 лицевые. Накид и изнанка. Вот это 11-й ряд. Сейчас начнем его вязать. Изнаночная, накид, 2 лицевые, 3 девочки вместе, 2 лицевые, накид и изнаночная. Вот это наш раппорт. Снова накид. Ой, простите, изнаночная, я не провязала, заговариваюсь. Изнаночная, накид, 2 лицевые, 3. Вот они, 3 видно их, вот здесь, вот видите, они узенькие, потом как бы идет на расширение. Вот они, 2 лицевые провязали, 3 вместе. 2 лицевые, накид, изнаночная. Изнаночная. Не подцепила все. Изнаночная, накид, 2 лицевые, 3 петельки вместе. 3 вместе. 2 лицевые, накид и 1 изнаночная. Вот такой раппорт наш. Изнаночная, накид, 2 лицевые, 3 вместе, 2 лицевые, накид, изнанка. Вяжем до маркера. 11-й ряд, девочки, самостоятельно. Вот, девочки, мы провязали с вами 11 рядов. Вот что у нас получается, кокетка. Смотрится симпатично. Рисунок проявится еще вот немножечко, когда мы дойдем вот до 17-го ряда. Он вот, он будет уже красивый. 11-й ряд мы провязали. Вяжем сейчас 12-й ряд. Одна изнаночная. Накиды не теряем. Раз лицевая. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. И одна опять изнаночная. А здесь будет так уже чередоваться. 2 изнаночные, 7 лицевых. Вот 2 изнаночная. И 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накида не теряем. И 2 изнаночные. Вот так провязываем. Это у нас 12-й
ряд девочки. 2 изнаночных, 7 лицевых. 2 накида провязываем, не забываем. И встретимся с вами в 13 ряду. Вот, девочки, мы закончили 12 ряд. Вяжем 13 ряд. Изнаночная, потом идет лицевая, накид, лицевая, 3 вместе, лицевая, накид, лицевая и изнаночная. Вяжем изнаночная, лицевая, накид, лицевая, 3 вместе, вот они, видно их, 3 вместе, лицевая, накид, лицевая, изнаночная. Снова второй рапорт. Изнаночная, лицевая, накид, лицевая. 3 петельки провязываем вместе. Лицевая, накид, лицевая и изнаночная. Так, еще раз с вами провяжу. Изнаночная, лицевая, накид, лицевая, 3 девочки вместе, лицевая, накид, лицевая и изнаночная. Изнаночная, лицевая, накид, лицевая, 3 петельки вместе, лицевая, накид, лицевая, изнаночная. Вот такой раппорт. 3 провязала, 4 даже. Вяжем этот ряд самостоятельно. 13 ряд, девочки. Изнаночная, лицевая, накид, лицевая, 3 вместе, лицо, накид, лицо, изнанка. Вяжем до маркера. 13 ряд. 13 ряд провязали. 14 ряд я вам сейчас покажу. И будете его провязывать самостоятельно. Изнаночная. Накиды провязываем здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Опять изнаночная. 2 изнаночных будет. Вот следующая. Опять же изнаночная. Вот они, 2. И далее 7 лицевых. Девочки, видите, я вот так прям натягиваю нить, чтобы видеть мои накиды. 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 2 изнаночных. Вот. Вот видите, вот здесь вот можно потерять этот накид. Вот прям вот можно его и не увидеть. И почему я оттягиваю вот так вот? 1. Вот он. 2, 3, 4, 5, вот он, 6, 7 лицевых. Прям считайте, я прям считаю вслух. Если, не дай бог, где-то упустила эту петельку, потеряла, то ты ее сразу обнаружишь. А если будем молча вязать, можем потерять петельку. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 лицевых, 2 изнаночные. Вот они. Вот видите, она как вот, вот надо ее вниз немножко
Вот раз, вот накид он два, три, четыре, пять, шесть, семь и две изнаночные. Девочки, провязывайте самостоятельно. Это у нас 14 ряд. И перейдем с вами в 15. До маркера вяжите самостоятельно. Ну вот, девочки, 14 ряд провязали. 15 ряд перейдем сейчас. 15 ряд. Это мы закончим с вами второй как бы раппорт в высоту. Вот 7 тут рядков раппорт. Вот 15 ряд раппорт. Потом 25 раппорт. 37. И вот так вот дальше. Дальше вот они раппорты вот эти вот идут. В 15 ряду 1 изнаночная, 2 лицевых, накид. 3 вместе вяжем, накид. 2 лицевых и изнаночная. Ничего сложного нету, девочки. Начинаем вязать. Одна изнаночная, 2 лицевых, накид. Вот они наши 3 петельки, они прям уже выделяются. Мы их вместе провязываем. Накид, 2 лицевых и изнаночная. Изнаночная, 2 лицевых, накид, 3 вместе. Накид, 2 лицевые, 1 изнаночная. Сейчас помедленнее провяжу. Может быть, чуть-чуть повыше сделать. Сейчас, мои хорошие, переживаю. Близко то, низко. Так, вяжем. Изнаночная. 2 лицевые. Накид. И 3 петельки наших вместе. 2. Ой, накид. 2 лицевые и изнанка. Вот раппорт. Вяжем самостоятельно, девочки. 1 изнаночная, 2 лицевые, накид, 3 вместе, накид, 2 лицевые и 1 изнаночная. Провязываем 15 ряд до маркера. 15 ряд, девочки, я провязала. Вяжем 16 ряд. 16 ряд у нас как будто это изнаночный наш. Изнаночная и 7 лицевых. Накиды не теряем. Раз, два, три. Вот накид. 4, 5, 6, 7. 2 изнаночных, 7 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 2 изнаночных. Я думаю, вы самостоятельно провяжете этот рядок. И у нас раппорт. 16 рядков будет провязано. И в следующей уже части мы встретимся в 17 ряду, девочки. Этот ряд 16 вяжем также самостоятельно. В 17 встречаемся.